Короче, поменял сейчас эти привода на передних колесах. И уже сижу, короче, закончил. Пью пиво в гараже и созерцаю мои инструменты. Так, сижу, блядь, что-то задумался, смотрю, смотрю. И мне пришла в голову мысль, что вот эти ключи, вот эти все, я ими ни разу не пользовался. Нахуй я их купил? Никогда еще не пользовался. Какая-то бесполезная хуйня. Зачем я их купил вообще? Или может надо пользоваться просто? Все пользуюсь, всем пользуюсь. Все, что тут есть, все использую. Постоянно. А вот этими никогда еще не пользовался. Нулевые. Муха не еблась. Странно, блин.